Ты почистила? Почистила, не в шкафчике для обуви. Обед готов? Готов на столе, молоко в холодильнике. Поздравительные открытки моим родственникам написала? Написала, отослала. Угу. А почему мне такое чувство, что в доме какой-то непорядок? Ты мои ботинки почистила? Почистила. Федь, мне надо с тобой серьезно. А обои купила? Купила и маленькую комнату клеила. Однако сердце у меня не на месте. Федя, Швейную машинку починила? Починила. Я давно хотела тебе сказать... Ботинки мои почистила? Почистила, не в шкафчике для обуви. Я давно хотела тебе капусту сказать... Капусту для засолки порубила? Порубила, посолила, вон на окне стоит. Однако... Федя, ты на целый час раньше меня приходишь с работы. Что ты за это время еще сделала? Я сходила в ЗАГС. Так. Я развелась с тобой. Ну? Я вышла замуж за другого. Вот видишь, я как только вошел, сразу понял, что в доме что-то не так. А ему ботинки почистила?